я не могу долго сидеть. У меня энергия кипит. Я просто сейчас вспомнила песню из кинофильма «Женщина, которая поет». Называлась она просто «Да». Если кто-то помнит этот фильм, это было дело на пляже, и я в красном балахоне от Славы Зайцева пою эту песню. «Мы так близки с тобой, нам даже слов не надо». И там такие слова: «Да, да, да, да». Вы знаете, в чем меня обвинили? В излишней сексуальности. Это меня-то. Вот бы те обвинители приехали бы сейчас на новую волну. Вот это костюмчики. А тогда только ножку покажешь. Все. Вульгарная. Какая я вульгарная. Молодая, святая. Я не знаю, как сейчас эту песню споет. Думаю, что не менее сексуально, но абсолютно святая красавица Алсу. Я разлюблю, не позабуду я.
Спасибо, спасибо. Уважаемый Александр Сергеевич, спасибо вам за ваши вечные песни. Низкий вам поклон. Алла Борисовна, вам за вдохновение. Спасибо. И тоже низкий-низкий поклон. Спасибо. Спасибо. Спасибо.